Ко Дню знаний готовые первоклассники региона продолжают принимать подарки от высокопоставленных гостей в рамках проекта «ЯО. Территория действий». Юные жители Биробиджана и области совершенно бесплатно получают канцелярские принадлежности. Я считаю, что это очень уникальное событие, важное событие. Ну, мы все знаем, что, в общем-то, подарки дарили первоклассникам всегда. Другое дело, что не всем, а уникальность этой акции заключается в том, что всем, а еще и то, что мы идем к первокласснику. Вот взрослые дяди, тети приходят, и вот этому маленькому ребенку мы ему пожмем руку, мы ему вручим этот подарок. Такая помощь никогда не лишняя, отмечают родители будущих учеников. Не бывает много школьных принадлежностей, да и внимание всегда приятно. Для школы это очень хорошо, полезно будет. То есть чего не хватит, чего не докупили, все это пойдет в пользу. Проект «ЯО. Территория действий» охватывает самые разные категории населения, уделяя особенное внимание семьям с детьми и пожилым гражданам. Это, во-первых, и помощь пожилым людям, когда пандемия началась, да, была мощная. 60 лет, 65 плюс лет раздавались наборы. Сейчас первоклассникам всем без исключения раздаются наборы. Сегодня сделан такой шаг региональным руководством в сторону того, что сделали нерабочим днем 1 сентября. Ведь всегда мамы отпрашиваются, да, вынуждены что-то говорить руководству своему на работе. Сегодня это выходной день. Это прекрасно. Я считаю, что это знак уважения к своим людям, людям своего региона. В столь нелегкое время жителям региона важна любая поддержка. Акция продлится до тех пор, пока все первоклассники не получат свои подарки. В регионе их более 2000. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21.